По традиции, в канун Рождества в городском театре Анапы состоялось благотворительное новогоднее представление, зрителями которого стали ребята из многодетных и замещающих семей, а также дети-сироты. Это представление стало 10-м юбилейным по счету. Работники культуры сделали все, чтобы праздник получился ярким и запоминающимся. Они получают сегодня и подарки, сладости, ну не только представление, но и радость. Поэтому добро пожаловать в городской театр и получать рождественское чудо. Всех поздравляем. Счастья, радости. Представление состояло из двух частей. В первой ребята посмотрели интерактивную сказку «Девочка в хрустальных туфельках». Яркие красочные костюмы и неподражаемая игра актеров Краснодарской филармонии имени Григория Пономаренко по-настоящему переместили ребят в сказочный мир. Успехи вас благословляю! И у Нового года во власти всем вам жить в мирном мире и счастье! Вторую часть представления подготовили аниматоры городского театра. В малом зале ребят ожидала настоящая елка с хороводами, конкурсами и танцами. Очень понравилась елка, все так хорошо организовали, детки радовались. Очень хорошее было представление, запомнится на всю жизнь. Представление длилось почти 2 часа, а в завершении праздника все смогли сфотографироваться на память со сказочными героями. Руслан Душевский, Анапа регион.